Жеребец перевала Кутезак. Я поднялся на летней резине МТ-шной, я поднялся, переживал, боялся, думал, что не поднимусь, но поднялся. А, не знаю, высоту видно, не видно, 4155 высота этой точки. Ветер холодный, температура минус 15, с ветром это ощущается, как, наверное, все минус 30. Очень холодно, но у меня получилось, здорово. Машина не подвела, хотя слой юзал, но отлично была. Вот на такой МТ-шной китайской резине удалось подняться. Теперь самое главное — надо спуститься. Подняться — это одно дело, еще спуститься надо. Ну, красотища здесь, красотища. Тишина, ветер, мороз, никого абсолютно нет. Красота. Мне еще до Мургаба ехать, ой-ой-ой, часов 4, наверное. Дай бог доеду. Погнали, ребят.